Ну что ж, дети, начнем урок. А я знаю, что увижу в конце. Мальчишка, я считался первоклассным пловцом. Но однажды судорога схватила меня в воде. Я захлебнулся, пошел ко дну. В эту последнюю минуту я увидел героев моих любимых книг. Всадника без головы, трех мушкетеров, капитана Гатераса Жюль Верна. Мои товарищи вытащили меня из воды. Мне кажется, когда придет та так называемая последняя минута, я увижу моих любимых героев. Пестрый, в костюмах разных эпох, разноликий народ. Мне кажется, что мы всегда очень мало смеемся. Мы все очень серьезные. Мы не разговариваем, а вещаем. Я тоже иногда стараюсь быть солидным. Получается на минут на 10. Больше надо смеяться. Кинорежиссер Марк Донской слыл большим оригиналом, мастером всякого рода шуток и розыгрышей. И к этому имели все основания. Донской был способен на самые невероятные выходки, иногда далеко не безобидные. Например, как-то проходя по коридору студии, он заметил в одной из дверей торчащий снаружи ключ. За дверью что-то громко обсуждали. Донской закрыл заседающих в комнате и быстро удалился. В Доме кино, в зрительном зале, на первом ряду, у Марка Семеновича было свое место, куда он постоянно садился. Дождавшись, когда погаснет свет, режиссер поджидал своих запоздавших товарищей и в темноте подставлял ножку. Когда человек спотыкался или того хуже падал, он радовался своей выходке, как мальчишка. Впрочем, коллеги давно уже привыкли к шуткам Донского. Они рассматривали их не иначе, как забавное чудачество знаменитого кинорежиссера. Да разве мог кто-либо подумать иначе? В 1956 году ЮНЕСКО распространила каталог с именами 28 самых великих кинематографистов. В этом списке занял почетное место и Марк Донской. Он многому научил режиссеров моего поколения Виталии, которые создали течение неореализма. Так что его значение переходит границы Советского Союза. Оно поистине международно. И оно поистине повлияло на возникновение итальянского неореализма. Эй вы, великолепие человеческого духа! К черту! А знаете ли вы, что такое Бог? Я говорю, что Евклид дурак! Я докажу вам, что Бог умнее грека! А ты чего прилег? Черт длинный! Уходи отсюда! Уходи! Фу! Поймите, человеку необходимы боль, страдания и неудачи, чтобы в нем жило высшее сознание. Понятно, да? Поэтому не мешайте людям драться. Марк Семенович даже избил однажды какого-то здоровенного долдона. Тот начал ругаться матом в троллейбусе, что не понравилось Донскому. Они там потыркались немножечко. Потом Марк Семенович сделал ему апперкат. И тот рухнул, действительно, по-настоящему, от бедра, как положено, как он достал до такой высоты, я уже без прыжка не знаю. Короче говоря, он его нокаутировал. Я вырос в Одессе. Очень долго выбирал профессию. Наконец решил, что мое призвание – психиатрия. Но тут же наступило разочарование.
Очевидно, этому способствовало мое увлечение футболом и легкой атлетикой. Но не может же человек заниматься только спортом. Я поступил на юридический факультет. На третьем курсе снова понял, что выбрал профессию не по душе. Однако бросать юридический, как я сделал это с медицинским, было стыдно. Решил закончить образование, подкрепив его музыкой и боксом. После юридического факультета я не знал, что же делать дальше. Имел неосторожность написать книжку новелл «Заключенные». Она имела успех. Тогда я написал пьесу «Заря свободы», затем сценарий «Последний оплот». С этим сценарием отправился в Москву завоевывать право на жизнь в кинематографе. Бросай пустые эти дела. Бросай. Через птицу, через песню никто в люди не выходил. Не было такого случая. Я знаю. Избери-ка ты себе место, да расти на нем свой разум. Мир человеку темная ночь. Человек человеку лютый враг. Тот страху набрался. Бедный человек. Я пришел на третью московскую кинофабрику и встретил там одного из ее руководителей, уже известного в ту пору писателя и сценариста Виктора Шкловского. Преградив ему дорогу, я решительно заявил: «Хочу работать в кино. Кем угодно. Я должен научиться делать фильмы». Виктор Борисович оглядел меня с ног до головы и спросил: «Чем вы больше всего сейчас интересуетесь?» «Боксом». «А какое это имеет отношение к искусству?» «Это, по крайней мере, научит меня выносливости и выдержке на трудном пути кинорежиссера». «Ну, если вы обладаете таким крепким здоровьем, если вы так настойчивы, то можете начинать». Шло время. Я стал понимать, что мне необходимо специальное кинематографическое образование. Тогда уже был Лев Кулешов со своей мастерской и такими талантливыми учениками, как Хохлова, Пудовкин, Барнетт, Фогель, Комаров. Не погрешу против истины, если скажу, что первый учитель многих советских кинематографистов – Лев Владимирович Кулешов. Он первый учитель даже тех, кто непосредственно в его мастерской не занимался. К ним отношу и себя. В 1927 году мне предоставилась возможность сделать экспериментальный фильм. По окончании плановых съемок нам разрешали по часу оставаться в павильонах, пробовать свои силы на режиссерском поприще. Вскоре я написал сценарий «В большом городе». Мне с Михаилом Авербахом, с которым мы работали, была обещана постановка. Энтузиазм был настолько велик, что я поставил перед собой неосуществимую задачу – снять картину за счет собственных средств, гонорара, полученного за сценарий. Но отсняв процентов 15 от намеченного метража картины, я оказался с одним табуретом в комнате. Творческие совещания, а также обеденная процедура происходили почти по восточному обычаю – на полу. Но нам было весело. Энергия била через край, мы не замечали, как быстро горим. Эй ты, Козделевский, иди сюда. И мы из пяти человек не понимали, кого он зовет. Мне кажется, что вначале он кого-то хотел обидеть этим словом. Но ты, Козделевский, ты чего встал в кадре? Потом совершенно с другой интонацией, к другому человеку, но Козделевский уже у него засел. Он: «Козделевский, иди сюда, ну иди сюда, дорогой. Молодец, все здорово сделал, да?» «Боже мой, Козделевский, – говорил он третьему, – сколько ты будешь за меня пить кровь?» И так далее. И Чинга, не забывайте про Чингабурушкин Пушкина. Это не менее, чем Козделевский там употреблял все время. «Ну ты, Чингарушкин Пушкин, иди сюда!» Родион Нахапетов вспоминал. Донской легко откликался на разговор о себе, но не любил задерживаться на других именах. «Ты знаешь, что итальянский неореализм начался с моего детства?» «Конечно». «Расселини это сказал», — продолжал Донской. «Да и все неореалисты так считают». Мне захотелось польстить старику, и я соврал. «Я где-то читал, что Ингмар Бергман вас тоже любил». «Где это ты читал, Козделевский? Теперь пишут только про Юткевича да про Герасимова».
но это правда. В прошлом году я летал в Стокгольм, так Бергман встретил меня у трапа самолета, обнял и сказал, что он многому научился на моих фильмах. «Деточка», — сказал я ему, — «я ведь тоже у тебя многому научился». «Тише ты! Уронил!» «А что это в коробочках?» «А это? Это, брат, зверинница!» «Покажи!» «Гляди, не открывай! А то убегут, я их поймать не смогу!» «Почему?» «Вот ноги у меня какие! Обе такие, сроду! Не ходят, не живут, а так себе!» «Ты приложи к уху, послушай!» «Ну что?» «Шевелится кто-то!» «Ага! Это паучишка там сидит! Его зовут Барабанщик! Хитрый!» «А вот это тараканишка Анисим! Хвостун вроде солдата!» «А вот это муха! Чиновница!» «А это черный таракан! Большущий хозяин!» «Вот бабочков и мотыльков нету только у меня, но эти в чистом поле бывают. Подостать бы мышь, раскормить бы ее с лошадь, запречь в тележку и выехать бы в чисто поле. Я бы взял туда зверинницу и всех выпустил. Гуляй, домашние!» Прежде чем приступить к сценарию, я решил посоветоваться с Горьким и получить разрешение на экранизацию его произведения. Пришел к писателю в гости. Горький внимательно выслушал, помолчал, покрутил усы и, чуть улыбнувшись, спросил: «А стоит ли при жизни памятники ставить?» Я возразил: «Это будет не памятник. Я хочу сделать картину о том, как из недр народа вырастают прекрасные, талантливые люди». Против такого замысла писатель не стал возражать. «Эх, и как же хочется дать хороший пинок всей земле и самому себе, чтобы все, и сам я, завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни, красивой, бодрой, честной!» Однажды летом я снимал для своей семьи дачу в Подмосковье, вблизи станции отдых. Рядом находился загородный дом известного ученого, профессора, его 17-летней дочери Ирины. Увидев молодую обаятельную девушку, я без памяти влюбился в нее. Каждое утро в одних трусах я устраивал пробежки мимо ее окон, чем неимоверно шокировал всех жителей дачного поселка. И добился своего. Ирина обратила на меня внимание. Мы стали тайком встречаться. Однажды я решил устроить для нее необычное представление. Взяв свою спортивную мелкокалиберную винтовку, я повел Ирину в ближайшую рощу. Поставил ее к дереву и положил ей на голову спичечный коробок. Ирина покорно подчинилась. Я выстрелил. Коробок слетел с головы. Ирина была цела и невредима. Глаза ее светили счастьем. «Где бы вы ни были, что бы с вами случилось, я всегда с вами». «Спасибо, родная. Спасибо. Пусть скорее завтра мои подружки наградят меня и песни нам будут петь, песни». Широка мурака расстилается, как Сергей женою, как Сергей душою выхваляется. Ай, душка, женушка, свет Варварушка, свет Васильевна, ты ради мне сына, ты ради мне сына, как и я у тебя, как и я у тебя. Все просто... Эх, если бы сейчас пожар, я бы ее из огня выхватил и спас бы.
дети, дошкольники и их родители. Все студии, все театры эвакуировали в Среднюю Азию. А в Ашхабад была эвакуирована киевская студия. Он уже начал работать над сценарием по повести Ванды Василевской «Радуга». Те люди понимают, что обычно съемочная группа ищет подходящую натуру и едет в то место, где эту натуру можно снять, где она наиболее приближена, так сказать, к тем событиям, которые описаны в сценарии. Ничего более, так сказать, противоположного представить было нельзя. Приехали в город Ашхабад. Пыль, прямо горы пыли, песок, арыки, верблюды, туркмены в тюльпеках, в халатах, с бородами. В общем, не знаю, откуда им стало известно группе, что было одно далеко, где-то в Семипалатинской области, на границе Казахстана с Китаем. 200 километров от железной дороги было похожее украинское село, основанное когда-то очень давно украинскими переселенцами. И там еще была зима, но это уже конец зимы был. Еще ничего не снято было. А нужна была вся вот эта зимняя натура со снегом. И там сняли основные сцены, где вот немцы гоняют эту партизанку Алену по снегу. Лен, костюм, боже мой, беда-то, беда-то какая. Я очень хорошо помню, несмотря на то, что мне было 3,5 года, Донской меня выпустил как-то вот неожиданно. Он сказал, вот, выходи. Немец, он мне казался огромным, страшный, рыжий. И Донской мне говорит, подойди, подойди, возьмись. Значит, рукой за это, за дуло винтовки. Уходи отсюда! Не чешись, иди! Наступала весна, а на Средней Азии приходит очень быстро. И не успели доснять. И что было делать? Это же во время войны. Тогда нельзя было сказать, нет, мы сейчас не доснимем, мы приедем на следующий год, будем еще снимать. Не было слова «нет». Нужно было сделать. Там была прекрасная художница Хмелева Валентина Ивановна. Она сказала, я построю улицу этого села, построю декорацию. Из воспоминаний Валентины Хмелевой. Был уже июнь, и стояла жара. За основу декорации я взяла рельеф городского стадиона, находившегося по соседству с киностудией. Церквушка на заднем плане возникла как перекрытие вышки действующего винного завода. Ледяные сосульки были сделаны по моим рисункам, эвакуированным в Ашхабад стекольным заводом. Первое время я сама их прикрепляла и маскировала места прикрепления жидким стеклом и марлей. Так как бутафоров не было, я обучила уборщиц. Но самое сложное был пар от дыхания и снег, по которому ходят и оставляют следы. Проезжая по окрестностям Ашхабада, я случайно увидела землю белого цвета. Это был бетонит. Вот 5 тонн перемолотого бетонита и плюс 100 белых хлопковых пушистых одеял создавали очень убедительно впечатление заснеженности и холода. Тетка Алена, я вам хлеба принес. Мама!
Маму! 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 Мама, Мишка упал. Мать его притаскивает в хату, чтобы немцы не видели, и хоронят прямо в хате, в сенях. Ну, заплакать что-то я не могла. И вот, значит, он пипеткой капает мне, значит, в глаза слезы глицерином. Это ему, что в земля в глазки не засыпалось. Возьми, Зоечка, комочек. Сыпь на брата. Саша. Ну вот. Утоптать надо. А то эти не могут прийти, узнать, разрыть. Мама! Так далеко было до исхода войны, и никто не мог сказать, как она закончится. И вот он нашел эту повесть, в которой нашли вот этот символ. Мираж, еще пока ни на чем не основанный. Что такое радуга? Это просто надежда в душе. Я получил послание президента Рузвельта, и он писал: в воскресенье в Белом доме смотрели присланный ваш фильм «Радуга». Я пригласил профессора Чарльза Балена переводить нам, но картина оказалась столь величественной, что мы поняли без перевода. Русские защищали не только своих матерей, жен и детей, но и американских матерей, жен и детей. Да, всех матерей Европы защищала наша страна. Это был первый плакат, который был в Ашхабаде. Когда фильм только вышел, видите, на какой он бумаге, какой он скромный, черно-белый. В Америке этот фильм тоже показывали, и они сделали свой плакат. Это уже совершенно другой характер. Там главная как бы интрига немец и вот Пуся, значит, женщина, которая с этим немцем, так сказать, в отношениях, да. Из этой всей трудной, драматической, ужасной, значит, жестокой истории они все-таки вот на первый план вывели то, что обычно котируется в американском кино. Пусенька, ты что спишь? А зачем сказать? Тебе отца нет и нет. Мне скучно. Ты себе ходишь, а я здесь сижу с этой противной бабой. Ганс Клеринг. Донской его, вероятно, знал, потому что это был немецкий коммунист, член Коминтерна, жил он у нас. Но к этому времени он, как, несмотря на то, что он был коммунист, он был сослан со всеми немцами и находился где-то на поселении в Сибири. Донской своим тоже влиянием, не знаю, там через какие-то органы, в общем, добивался, чтобы его на время картины отпустили. В общем, он его вытащил из этой ссылки, и больше он туда уже не вернулся. Ганс Клеринг, приезжая в Москву, нередко останавливался у меня на квартире. Однажды во время обеда я засунул ему в карман пиджака грязную вилку. Потом стукнул рукой по его карману, достал оттуда вилку и с недоумением спросил у гостя: «Послушай, Ганс, зачем ты спер мою вилку?» Ганс побледнел, растерялся, не знал, что сказать, пока не понял, что это всего лишь шутка, обычный розыгрыш. Но вежливо напряженная улыбка еще долго оставалась на его лице. Кстати, мы все время к нему ходили есть. Мы жили так. Мы с Аловым в одной квартире, напротив Барнетт, а рядом Донской. На киевской студии перед... Она еще не была тогда студией Довженко. Над столовой. И мой пол пах борщом украинским. И когда мы были очень... А мы голодали все время там... Мы ложились на пол и нюхали. И Алов это называл разгрузочные дни. Мы воровали яблоки из сада Довженко. И вот тогда пришел Ленин и повел за собой всех бедных охотников, как вы. И Ленин вместе с бедными организовал советы. Новый закон жизни. Вот Ленин, товарищи.
Ленин. Ленин. В 49-м году за картину «Летет, уходит в горы» я попал в опалу. Появились публикации, явно заказные. Меня обвинили в аполитичности, идеологической близорукости. Аполитичность моя заключалась в том, что рождение советской страны и ее достижением национальной политики я приписывал в первую очередь Ленину, а не Сталину. Берия поучал меня: на небе не может быть два солнца. И меня сослали на Киевскую киностудию. Отдавал пан Соломею за гайдука своего Степана. Гуляли гайдуки панские, и дела им не было, что два сердца, как две птахи в неволе, бились у них на глазах. На то была воля панская. Это была его первая цветная работа. Эту картину здесь не очень поняли, именно, может, потому что тогда была в моде чернобелость. Черно-белость – это была правдивость, синоним правдивости. А цветное – это сказка, что-то такое далекое прошлое. Ну, а тогда в моде был неореализм. И на этом фоне человек рассказывает какую-то фигню о том, как двое рванули на свободу. Тем не менее, когда через несколько лет появились «Тени забытых предков», оказалось, что эта картина много чего предвосхитила в этой поэтике. Что с тобой, Остап? Если кто увидит твои косы, беда. Что же делать, Остап? Не знаю. Режь. Это 57-й год. Параджанов уже был на студии. В это время он ходил, всем объяснял, что он единственный гений на этой киностудии. Это всегда он говорит по воспоминаниям, что он всегда крепко жал руку при знакомстве. И говорил: учтите, я единственный гений на этой киностудии. В Донского он, наверное, в гениях не зачислял. У Донских жил заяц по имени Хаим. Так вот, однажды мы вернулись домой к нему, он открыл дверь и обмер, потому что он в это время писал сценарий «Мать». И лежал он у него на письменном столе, был придавлен серебряным стаканом. И вот мы вошли, на столе ничего не было, стакан лежал на полу, а в углу сидел Хаим, и во рту Хаима скрывалось последний листок этого бессмертного произведения. Такая треугольная, значит, морщика. С Донским произошел припадок, он кинулся искать ружье, которое у него там висело. Нашел ружье, тут поднялся страшный шум, и кинулась на него. В общем, его повязали, а потом... Он отозвал нас и сказал: у меня через месяц будет юбилей, сожрем Хаима. И рассказала: ни в коем случае. Тогда Донской сказал: или я, или Хаим. На что она, естественно, сказала: конечно, Хаим. Черепло просало, ходи. Вы
знаете, вот если бы голоса озвучить, которые здесь были, здесь столько великих людей было, и Довженко здесь был, и Донской шумел, здесь ходил. Здесь была раньше столовая. Вообще это здание, энергия в нем внутри, и, наверное, и голоса сохранились. И Параджанов сюда заглядывал. И вообще здесь, конечно, билось сердце. Ого, как оно билось. Здесь столько людей было. Его все лошади. Если человек бьет лошадь, он может убить друга. И постарался приспособиться. Он там 10 лет почти не работал. Естественно, ему захотелось там остаться. А для того, чтобы остаться, надо было приспособиться. А приспособиться лучше всего взять такое лениниан. Это первое. А второе, ему уже стукнуло 60 лет. Это статистический почти факт. Большинство режиссеров, мужчин, после 60 лет отключается вот этот магнетизм. Даже если фамилия режиссера Феллини, после 60 вроде Феллини и не тот. Вы не забудьте, молодые люди, не забудьте, старость и молодость – это не арифметическое понятие. Неизвестно, кто из нас старше, ты или мы. Он что-то придумал, приезжает на это, а тут навалило снег, а тут не так. Это... И он обычно спасался следующим образом. Он говорит, иди сюда, кого-нибудь из массовки. Тот подходит, он его брал за пуговицы и вырывал прям с куском пиджака эту пуговицу. Что это такое? Я говорю, что это? Он кричал, бросал пуговицу и сам кидался в сугроб. Все говорят, Марк Семенович, простудитесь, боже мой, Ирина, там вынимали его. Он, что вы сделали? Вы мне сорвали съемку, что вы сделали? Он просто не знал, как снимать. Кто позволил взять верши? Убью! Убью! Не надо! Стой, папаша! Убью! Опомнитесь! Убили! И дочь тоже! Все против меня! Все! Все! Все против меня! Все! И однажды тоже кинулся в сугроб. А директор или кто-то такой, он сказал, перерыв. И все разошлись, а Марк Семенович остался торчать в сугробе. Но Ирина Борисовна кричала, ребята, ребята, куда вы? Давайте вытащим Марка Семеновича. А он там орал что-то внутри в сугробе. Вот я понимал, вот рассказывали, что иногда начинал бушевать там на площадке и так далее. А потом вдруг цеплялся за какую-то пуговицу. Дело не в пуговице. Просто в это время в нем все напряженно работало, потому что думаю так, что выйдя на площадку, все вроде готово, ну по себе судишь, все есть, и ты чувствуешь, что ты голый, что оказывается все есть, все думают, что ты все сможешь и все знаешь, а ты чувствуешь какую-то внутреннюю пустоту. И тогда начинаешь цепляться. Вот такое же было с Донским. И мне это очень понятно, что происходило. Он вдруг цеплялся, а не той ниткой пуговицу пришел. Ну разве можно это? А внутри мотор работает, работает. И вдруг быстро все по местам, и про это ни пуговицы, ничего. И оно потекло, покатилось. Он засветился совершенно другим человеком. Ребята, самокат давай! Зелень! Зелень!
Знаете, нашему кинематографу его не хватает. Вот сейчас, если бы был Донской, он бы здесь устроил. Какая-нибудь завиральная идея у него уже была бы в голове, он бы строил кинематограф, он бы уже делал какие-то схемы, рисунки и всем показывал, вот так мы должны жить, вот это так, это сюда. На имя директора ялтинской студии мною было подано заявление. Несмотря на то, что имею высшее юридическое образование, что являюсь автором книжки новелл и пьесы «Заря свободы», я решил выбрать профессию кинематографиста. Прошу зачислить меня на вашу киностудию в качестве помощника режиссера, чтобы овладеть профессией, которой, кажется мне, я призван. Готов начать с мытья полов.